сегодня отвечала. Я сегодня гордилась, потому что я получала много хороших оценок и говорила много. Отвечала. Нет, я сегодня не гордился собой. Почему? Потому что у меня сегодня более не было хороших оценок. Я гордилась собой, потому что я сегодня отвечала, получала хорошие оценки. Я гордился собой, потому что я получал хорошие оценки и успевал писать хорошо. Да, я помогал Анашке, готовить обед бабашке, точнее завтрак. Я гордилась собой, что я получала хорошие оценки, я отвечала. Например, чтобы заменить помощника, уборщика в доме на робота. Машина времени. Вот таких вещей, которых у нас нету в этой жизни. Будут летать машины, будут... В будущем будет жизнь такая, которую мы никогда не видели в своей жизни. И в будущем будут многие изобретения, которые мы не видели в этой жизни. Там будет машина времени. Я думаю, будет очень много машин разных с лазерами и всем таком. Может произойти, например, железные дома, там разные уже летающие машины. Иншаллах, будет все хорошо. Машины изменятся, появятся машины времени. Никаких. Не хватает изобретений, которых мы не видели ни разу. Я думаю, что не хватает космодрона. Мне кажется, не хватает тех изобретений, которые будут помогать мамам, девушкам, в общем, в хозяйстве.